они все мертвы. Из-за меня. Что за черт? А, бежим! Ой-ой-ой! Все кончено. А? Так, это что тут? Тупик. Еще один лабиринт! Серьезно! Меня задолбали лабиринты еще в прошлый раз. Че тут? Что-то написано? Ничего не написано. Ну и дураки, раз ничего не написали. О, что это? О, очередная открытка. Болтает и болтает. Привет, любимая. Я, как всегда, весь в работе. Господин Рекович говорит, что больше гостей приезжать не будут. Но ничего страшного. Для меня тут есть еще много дел. Вот только очень хочется тишины. Почему она все болтает и болтает? Очень скучаю. Ф. Ну да, сначала он пишет открытку, что типа тут все очаровательные и мертвые, а после этого говорит, что гости больше приезжать не будут. Но, по крайней мере, есть у меня все еще работа. Наверное, трупы разгребать тут это что-то. Ну, ты где там оно? Да ну найдись ты, точка! Как он? Нет, не давай ему трубку. Я работаю. Просто скажи, как он. Хорошо. Передай, что я скоро вернусь. Воспоминание очень слабое. Как огонь спички в гигантском морозильнике. Это вообще реально? Да и зачем спичку в морозильник толкать? Тем более еще гигантский. А еще я примерно всю игру думаю, что эти... звуки воспоминаний, эхо, которое там находит, очень есть какой-то отголосок от Layers of Fear. Я уж не помню там толком, поскольку я проходила эту игру 1000 лет назад. Возможно, там тоже были какие-то предметы, воспоминания. То ли оно было с таким же звуком, то ли оно было с похожим оттенком звука. Ну, очень что-то знакомое. Чё это? Отвоеванная история. Памятник истории форт-постройки 19 века будет восстановлен и открыт для широкой публики. Работы начнутся в следующем году и продлятся до 1983 года. Следующий. В следующем году это в каком? Я хочу понять, это у вас заняло 3 года или 20 лет? Скривак? Почти. Куда смотреть-то? Ну, дерево. А. Странно, это же Блэр... Ведьма из Блэр! Это прям ведьма из Блэр, которую тоже делали Bloober Team. Эй! Я, кстати, ее так и не прошла. Хотя игра мне нравится. Мне вообще, в принципе, все игры Bloober Team нравятся. О, очередная открытка. Любимая, я ведь уже рассказывала дочери господина Рековича, Лилиане. Сегодня ей исполнилось 16. Из-за болезни бедная девочка даже не отпраздновала свой день рождения. Но знаешь, она напомнила мне о нашей Анне. У нее ведь день рождения в следующем месяце, верно? Жаль, я не смогу приехать. Я нужен господину Рековичу. Я просто обязана остаться и помочь ему, как он когда-то помог мне. С любовью, Ф. Экологическая тропа. У них целый парк даже есть. Природный парк Нива. Природный парк Нива построен на средства правительства Польской Народной Республики. Ну, сейчас начнется Alan Wake, блин.
Ничего на скамеечке нет. Опять лабиринты. It sounded familiar somehow. Звучало очень знакомо. Something from my early childhood, возможно, воспоминания из раннего детства. Was it even a place? Это было какое-то место? Or something else или entirely? На нечто иное? Выставка редких деревьев или видовая тропа? Блин, ну не знаю. Это редкое дерево, я посмотрела уже. А если я захочу на видовую тропу, я могу вернуться? О! А, она в круговую? Я пройдусь, мне не лень. Любимая, мне все сложнее не обращать внимания на сложившуюся ситуацию. А хуже всего то, что я начинаю понимать, что на самом деле происходит. Бедная-бедная девочка заперта в клетке, словно животное. Дети не должны жить в таких условиях. Неужели она настолько больна? Господин Рекович говорит, что это ради ее же блага, но я начинаю сомневаться. Как бы я хотел тебя увидеть. Люблю тебя, твой Ф. Шпроты? Ой, шпроты. Консервы? Тушенка? Он тут тушенку ел и карточки отправлял. Не отправлял. Это подъем? Нет, лавочка. Что за резкие смены ракурса? Боже, еще один. Такое ощущение, что он сгнил изнутри. А олени-то чё гниют? Олени, вы чё? Ладно, с этими проблемы, там целое убийство и все такое. Душевные травмы. А с оленями-то что не так? Блин, дождь начался. Хищ. Выпили из них. Ты жутко меня напугал, приятель. You scared the shit out of me, little buddy. What you got there? Что там у тебя? Oh, hey. Wait. Это опять отсылки к ведьме из Блэр? Oh.
Подожди, я сейчас. Не нагнетай, я сейчас. А, тут водичку. Да пёс, ну. Короче, я играла в Blair Witch. Я начинала в него играть. О, еще открытка. Это я. Это я должен сделать. Она там, в одиночестве. Ей страшно. Теперь я ее все время слышу. Она шепчет, она кричит. Выпусти меня, выпусти меня. Он не понимает, он не хочет понимать. Может быть, он не тот, кем я его считал. Я должен ему показать. Так вот, там одна из фишек в том, что с главным героем ходит собака. И по идее у главного героя психологическая травма, и собака ему является таким способом терапии. Поэтому она с ним ходит. Но все действие происходит ночью в лесу. И я побежала за новым другом в надежде, что хоть он знает дорогу. Помню, думала, что он придет меня к своему хозяину. В каком-то смысле он и привел. Фига ты по кустам прошлась. Так вот, и действие игры происходит ночью в лесу. Ночью в лесу. Капец, как стрёмно. И это крайне некомфортная и неприятная ситуация. То есть само по себе нахождение в темноте в лесу, где ты ничего не видишь, и в любой момент может с тобой случиться что-то неприятное, чего ты не ожидаешь. Это очень гнетет. Но есть проблема. То есть они сделали фишкой игры собаку, но собака постоянно лает, и это очень ломает всю атмосферу нагнетения обстановки, потому что если бы я была одна, мне было бы очень страшно, но... Что такое, песик? Хочешь мне что-то показать? Брительные принадлежности, полотенце, бриолин. Местные эти за собой следят. Да, смешно. Так вот, если бы там не было этой собаки, это бы игра гораздо была бы страшнее. Ну-ка, что там у нас тут? Вкуснятина. Но, увы, оно есть так, как оно есть. И собака меня по большей части раздражала. Вот, подкрепись, дружище. Хотя игра, опять-таки, повторюсь, мне понравилась. Хоть я и не прошла ее до конца именно по этой причине. Потому что у меня сбивалась эта атмосфера, потому что ты сидишь ночью, играешь в игру, где... Подожди, приятель. Мне нужно кое-что проверить. Где, по идее, тебе должно быть страшно, но весь твой страх улетучивается, потому что, ну вот, песель, гав-гав, гав-гав. О, это просто одежда. Кто-то оставил ее сушиться прямо посреди леса. Ну, кто тут живет? И не говори. И вот сейчас... Из-за этой собаки атмосфера тоже немножечко ломается. Может, это у меня какое-то восприятие странное. Но ходить одному как-то страшнее и опаснее. Ты взял след? Эй! Это точно не Blair Witch? Есть там кто? Если мы найдем сейчас вот аппарат, то да. Что такое, песик? Там кто-то есть? Мне жаль. Мне так жаль. Я так хочу видеть тебя снова. Так по тебе скучаю. Зачем я остался? Зачем выпустил его? Они все мертвы. Из-за меня. Что за черт? А я все еще здесь. Почему? Эй, с вами все в порядке? Тебя тут тоже не должно быть. Я вижу тебя. А значит, что и она тебя видит.
конечно. А на что ты рассчитывала, Мариана? А? Жестко. Он выглядит иссушенным, сгнившим изнутри, как те животные, которых я видела. Думаю, это он. После закрытия дома отдыха он просто остался здесь? Что такое песик? Он был твоим другом? Фрэнсису. Я лишь хотел, чтобы она снова увидела солнце. Мне очень жаль. Тише, песик. Что случилось? О, боже. Опять эта тварь. Нет, стой! Ну все. Теперь шаурма будет. Ничего не подходит. Все не по мне. Но ты... Ты выдержишь. Правда? Особенная девочка. Уходи от меня, мать твою! Я хочу примерить тебя. Что-то посадившая пластинка. Мариана! А, бежим! Ой-ой-ой! Какого черта? Что происходит? Я оторвалась. Она отстала. Вот это жесть была сейчас только что. А куда я пришла? А, руины. Прыг-скок. Я где? Ладно, по крайней мере, мы вышли из леса, потому что в лесу мне не сильно нравилось. Ого. Мариана, только не падай. What? Что? Who's there? Кто здесь? You promised. Ты же обещала. No risk. Вы это осмотрительный, да? Это не по-настоящему. Не может быть. А куда мне идти? Джек? Джек? А, там что-то есть. Туда попасть.
Галстук. Is that... Это что? No. Нет. It can't be. Не может быть. А как? Мы же его похоронили. Это же реальный галстук, не дух. Это место. Тут так холодно и темно. Все, отцепись от нее, отцепись. Мариана, что ты сделала со мной? Я ничего не делала. Ты не он. Ты не он. Я была молодцом огурцом, и я ничего не делала такого, что могло бы навредить Джеку. Куда ты меня отправила? Я помогла тебе уйти в другой мир. Она ошиблась? Она его отправила не в другой... Меня не должна быть тут, Мариана. Она отправила его не в другой мир? Она ошиблась? Это все твоя вина. Джек, слишком поздно, Мариана. Все кончено. А? А? Ведь я... Ведь ты... Что? Ты что? Нет всего. Ух ты, господи! Ты отослала их во тьму? Как это понимать? Ой, ничего. Болторез! Быстрее! Да ты можешь открывать двери быстрее! В смысле она отправила их во тьму? Она отправляла все это время их не туда? Она думала, что покоит их душа, а на самом деле это неправда? Не понял. Серьезно? Такой большой сегмент, столько идти. I've helped you pass on. Она еще медленно идет тут в этот момент. Мариана, куда ты их отправляла? Не, ну она просто могла не знать. Откуда она могла знать Jack? Такую хрень? Может, эта пасть над ней что-то хреновину какую-то делает? I've helped you pass on.
I shouldn't be here, Marianne. It's all your fault! Jack? It's too late, Marianne. It's all over. It all ends. In me! Давай, Марианна, Марианна, смотри, хватай! А что делать-то? Move your ass. Move your ass. Ass свой, move. Интересно, где она таскает болторез? Я понимаю, что это игровая условность, но тем не менее. Бежать с болторезом, наверное, очень тяжело. Он не маленький. A generator. Генератор. Wonder if it still works. Может быть, он еще работает. Ох уж этот генератор. Конечно, не работает. Похоже, топлива нет. Канистра нужна. Заперта. И рычага не хватает. Ох уж эти квесты, починить генератор. О! Надеюсь, она полная. Но он до этого тебя не подводил, с чего я вот думаю, что тебе... Fuck, that was loud. Да ладно тебе. Мы знаем, что эта тварь тут. Эта тварь знает, что мы тут. От того, что мы пошумим, ничего страшного не будет. Ничего не вижу, где это? О, вот это меня, конечно, жизнь завела. Нет! Нет! А как я там бензин залью, если она внизу? И почему она подняться не может? У нее проблемы с лестницами? Она же выше меня в раза в два. Ей эта стенка, наверное, как раз по макушку. А, ту-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 
Тихо, Мариана. Чёрт! А бензин? А! Нет! Я запаниковала. Спокойно. Мне очень нравится эта игра, но стелс элементы меня просто убивают. Можно без этого. Можно все то же самое, но вот без этого.
что они в наряды, а в морды. Пожалуйста, я сейчас задохнусь. Что-то шо? Там выход. А зачем мне канистра? Эта тварь стоит на пути. Зачем мне канистра? Зачем мне генератор? Мне вообще надо будет к нему возвращаться. Джек не передает привет. А нет, постой, он сказал. Дим. Зачем ты его сюда отправила? Зачем? Он, наверное, плохо себя вел. Он тебя обидел? Он был плохим папочкой? Ну что ж, зато это пригодится. Нет, все-таки мы вернемся к генератору. Все равно так. Тебя бьет током! Так вот, чего ты боишься. Энергия всегда энергия. Я почти вернулась к генератору. Как ты вообще сюда пошла изначально без болтореза? Скажи мне, пожалуйста, если такая нужная вещь. О, это босс файт! Чем мы ее током убьем? Закрой свой рот! Да, гори в аду, сволочь! Мы победили. Можно водичку? Я, правда, сама убьюсь, но что поделать. А, не, нормально. Ох, надеюсь, теперь я ее больше не встречу. Тоже. Ну, типа, дизайн у нее, конечно, класс. Но стелс-элементы мне все еще не нравятся. Не люблю я стелс. Не нравится мне стелс. Не хочу. Ходить в присядку и не дышать, это не мое. О, где я? Я где?
Мариана, мы где? Ну куда мы идем?